Мы финишируем вот следующим образом. В этом красном мешочке есть 4 фишки. Вы должны выбрать одну. Самое интересное. Да, да. Выбирайте. Вот, скажите, какого цвета, и такого же цвета выберите карточку. Да, сразу вопрос. Да-да-да-да. Так, это белая. Белая. Да, белая – это свободный вопрос. Это значит тогда, что я сам задам вам вопрос, потому что на белой карточке никакого вопроса нет. Там просто написано «свободный вопрос». Свободный вопрос. А вы сказали, что вот ваш герой убивает людей. Есть какие-то гипотетические обстоятельства для себя? Вот вы можете себя представить убийцы? В качестве убийцы? Да. Вы можете убить за что-то кого-нибудь? Это очень трудный вопрос. Что должно произойти? Что должно случиться, чтобы Саша Петров взял что-то в руки или голыми руками кого-то задушил, там, не знаю, скинул с лестницы? Может такое быть? Я думаю, да. Я думаю, да, потому что это такая человеческая природа, которая иногда клетки человека начинают, некоторые клетки организма начинают совершенно по-другому работать и начинают... о которых мы даже не догадываемся и не знаем. И как раз-таки ты пытаешься включить эти клетки во время съемок или репетиций того или иного фильма или спектакля. Ты пытаешься включить эти клетки, пытаешься ответить себе честно на вопрос, ну, с точки зрения Гамлета, например, потому что человек там весь спектакль ходит и говорит, ну, убить или не убить. Но с другой стороны, а как это, подойти к человеку, его убить, что это такое? Конечно, это безумный страх, но он понимает, что он поставлен в те рамки, в которых он не может сделать по-другому. И, наверное, как и все мы, как и все живые существа и живые люди, я отвечу честно на этот вопрос, что если я встану в рамки Гамлета, то природа откроет те клетки, как она и открыла Гамлету, которые, наверное, могут позволить это сделать. Но я бы, конечно, безумно не хотел. Я бы хотел, чтобы эти клетки открывались именно в спектаклях и фильмах, чтобы зрители, посмотрев это, отвечали себе на вопрос, для чего они живут, с какой целью и что нужно делать в жизни для того, чтобы жизнь стала ярче и добрее вокруг них. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».